Всем привет, вы на канале Папа Фан во машинке. Ребята, продолжаем играть в игру Hill Climb Racing на второй части. Сегодня у нас будет очередной челлендж, задание зрителей. Посмотрим, кто же три счастливчика с сегодняшнего выпуска у нас будут участвовать. Так, ребятушки, ну у нас ивентик закончился. Moon Jump, прыжок на Луне. В принципе, я в него... Да и не играл, по сути, не играл. Так как у меня награды-то за этот ивентик, в принципе, есть. У нас награды были за 200 очков луноходик и за 500 очков. Или за 400 очков. По-моему, 500 очков, да. И за 500 очков у нас костюмчик космонавта был. То есть эти награды у меня уже есть, и мне нет, в принципе, смысла бороться. Поэтому я и не проходил этот ивентик. В принципе, можно было, конечно, ну, за сундучки пободаться, посмотреть, что там внутри нам выпадет. Ну и да ладно, бог с ним. Не хочу как-то на это все время тратить. Ребят, ну что, давайте сейчас начнем мы с вами с открытия сундучков и... Ух ты, тут ивентик у нас начнется через один день, 23 часа. Ого, через двое суток. Понятно, ребятушки. Так что ждите в среду... Новенький ивентик, ждите новый выпуск по ивентику Downhill Race, ребятушки. Ну, что-то интересное, я так полагаю. По крайней мере, что-то новое. Какой-то новенький ивентик. У нас раньше такого не было. Ладно, не суть. Основная наша задача на сегодня. Так, купить зимние шины за 10 тысяч монеток. Так, может что-нибудь открыть? В принципе, давайте откроем за 400 кристалликов на раллийную тачку сундучок. Так, ну ладно. Нам здесь, конечно, полезного ничего не упало. Единственное, что ускоритель дым, возможно, нам пригодится. Иногда, конечно, им пользуюсь. Так, а так в основном ничего полезного у нас не выпало из этого сундучка. Так что 400 кристаллов потратили, а в итоге так себе награды, так себе не совсем то, что хотелось бы. Так, ребят, ну что, давайте сейчас еще здесь откроем. Здесь у нас 3 голд сундука. Так, 12 тысяч монеток, бла-бла-бла. Так, даже эпические детали у нас здесь... А, в принципе, с этого сбыла... Хотя нет, не обязательно. Но эпические детали у нас выпало. Угу, на джипик. Ну, за тот сундук здесь у нас ничего нет особо. Так, 10 тысяч монеток. Ладно, забираем, ребят. Ну что, переходим мы с вами в режим приключений. И, соответственно, сейчас начнем выполнять задания зрителей. Посмотрим, кто у нас сегодня будет участвовать, чье задание буду выполнять. Ну, соответственно, начинаем мы с самых топовых. Самое топовое задание, которое набрало 20 лайков. Печенька шоколадная, раллина, авто, 2 попытки трассы, город 5000. Если проедешь, ты топ. Раллина, авто, 2 попытки трассы, город 5000 метров. Так, понятно, трасса, город, блин. Как же я не люблю эту трассу, ребят, у меня рекорд здесь 4400. Так, ну ладно, раз задание есть, давайте сейчас попробуем проехать. Но нужно будет ехать очень аккуратно. Потому что трасса город, там очень много сюрпризиков, ребята, поэтому ошибка нам будет дорого стоить. Так, вот эту штуку обязательно убираем, ставим магнитик. Так... Раллина, авто, 2 попытки. Трасса, город, 5000 метров. Так, 2 попыточки. Трасса, город, давайте еще цвет сейчас поменяем. Давайте вот этот для разнообразия. Колесики, соответственно, городские. Поставим вот такие диски. А персонаж почему у нас... Все тот же с прошлого выпуска. Ого, нормальный чувак. Нормальный чувачок. Так, в принципе, все готово. Все, что есть у нас для проезда этой трассы, у нас все есть, как бы все стоит. И 2 попыточки, 5000 метров по трассе город. Так, все, начинаем, погнали.
Да, ребята, блин, обидно, досадно, 3125 метров проехал и, к сожалению, провалился. Да, обидно, обидно. Так, придется повторить, ребят, вторая попыточка. В принципе, нормально сейчас проехал, даже в одном месте вы увидели, там я буквально прыгал через эти три контейнера под водой, я шнырял, как-то умудрился, короче, ну, сумасшедший просто трюк я сотворил и в итоге выехал из передряги просто, я не знаю, я был в шоке. Обычно в этом месте, ну, в 90% случаев просто проваливаешься вниз, а я прям что-то прям необычное сотворил и все-таки выскочил. Так, ребят, ну что, продолжаем, вторая попыточка. Да что ты будешь делать, ребят? Вот поэтому я и не люблю вот трассы город, потому что здесь столько препятствий, это кошмар просто. Так, первое задание такое сложненькое мы провалили. Короче, сами попробуйте проехать на раллийном авто трассы город, ну, 5000 метров, ребят, попробуйте проехать и напишите в комментариях, как у вас это получилось, легко или все-таки сложновато это сделать. Ребят, но у меня здесь рекорд 4423 метра. Ну, в принципе... Не, ну, можно, можно проехать, но нужно сидеть аккуратненько, не торопиться, ребят. Так-то можно проехать и больше 5000 метров. В принципе, это реально, да. Ну, блин, ну я не люблю медленно ехать. Я хочу мчаться, просто пожирать трассу. Ну, вот так вот. Так, ладно, переходим мы ко второму заданию. Так, кто же у нас выиграл? 17 лайков, Саша Павлов, Супер Дизель. Кстати, забегая вперед, скажу, что у нас сегодня новенькие, новенькие комментарии, то есть новые зрители, по крайней мере, ники у них незнакомые, то есть я их впервые вижу. И вот новички у нас сегодня участвуют, ребятушки. Поддержал очень много зрителей. Так, 17 лайков, Саша Павлов, Супер Дизель, трасса сельская местность, 4000 метров. Не написал, сколько попыток, поэтому, ребят, кто не пишет, сколько попыток, мы, соответственно, сразу берем и ставим всего лишь одну попыточку. Вот такие вот дела. Супер Дизель, трасса сельская местность, 4000 метров. Сельская местность, супер-дизель, супер-дизель, супер-супер-супер-гуд, супер-дизель, трассу взяли, местность сельская, супер-дизель, 4000 метров, одна попытка. Так, вот эту штуку убираем. Эй, приятель, вот это тоже убираем и ставим магнитик, магнитик. Ну, я думаю, в принципе, давайте попробуем проехать вот с топливным ускорителем. Как она себя покажет. Не будем мы ставить, наверное, усиленное турбо. Попробуем проехать с топливным ускорителем. Так, хорошо. Соответственно, меняем цвет нашей тачки, что-нибудь. У нас еще тут два неоткрытых. Что-то не вот эта вот краска, две оставшихся краски, что-то мне не падают на супер дизель. Да. Ну какой сделаем-то, ребят? Какой цвет нам взять? Так, это какой-то подарочный, почему-то бантик какой-то. С какого ивента? Ну, с какого-то ивента, ребят. Это по-любому как краска с какого-то ивента. Так, а мы поставим что-нибудь светленькое. Это классик, это зеленый. Бла-бла-бла. Давайте, давайте, давайте вот этот светленький поставим, потому что что-то я, возможно, уже 200 лет не катался вот с такой краской. В принципе, краска здесь особо этот, вообще никакой роли не играет, ребят. Она просто внешний вид дает, а так без разницы, какой цвет. Ну что, поехали.
сколько у нас? 4000 метров мы должны проехать за одну попыточку. Так что, ребятушки, замолкаем и помчали. Так, ну хоть это задание я, в принципе, наверное, выполнил. Ребят, все, 4000 метров у нас есть. И пора переходить, наверное, к третьему заданию. Давайте сейчас разбиваемся. Ага, типа разбились, ребят, он застрял, тупо застрял. Вот это, да, хотел разбиться, а в итоге я просто перевернулся и... И просто, ребятушки, вот такие вот у нас дела. Теперь придется нам ждать, пока топливо закончится. Ну и дела. Да. Ладно, подождем. Подождем. Ребят, у нас заканчивается топливо. Смотри, реально вот так вот надо было нырнуть, чтобы... Ой, чтобы вот такая ерунда у нас произошла. Так, ну что? Это задание выполнено. 4068 метров. Можно было и дальше проехать, но... Ребятушки, у нас еще третье задание впереди, поэтому... Переходим мы к нему. Так. 15 лайков. Магомед Загиров. Чоппер, карта шахты, 3000 метров, 2 попытки. Чоппер, карта шахты, 3000 метров. Ну, вообще, по шахте на чоппере гонять, это так себе удовольствие. На самом деле опасно. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Защиты нет. Соответственно, так, крылья убираем, чтобы, если что, она нас не подбрасывала к потолку. Шахта — это все-таки опасное место, и здесь нам крылья, наверное, не нужны. Так, так, нажал просмотреть рекламный ролик. Так, хотел просто за монетки прокачать. Так, 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 что мы можем еще взять? Так, эту штуку тоже убираем, и, соответственно, что-то нам нужно другое поставить. При сборе монет, я думаю, не стоит. Так, вот это, в принципе, можем поставить. И после успешных переворотов. Бесполезная вещь. Ребят, ну у нас просто нечего ставить. Представляете, нам больше просто нечего ставить. Выбить бы уже, наконец-то, ускорителя. Летайте по воздуху. Ай, я не знаю, что еще ставить тогда. Но крылья, я думаю, что все-таки не стоит. Ребят, ну что ставить? Я не знаю. Ну давайте этот монетный ускоритель поставим тогда и все. Что у нас с красочкой? Красочка? Ну красочка у нас топовая стоит. Можно, конечно, обычную поставить. Но что-то я не хочу, потому что это топовая краска. Ух ты, колеса какие прикольные. Причем колеса у нас меняются в задние только. Передние у нас остаются какие есть. Так, колеса от телеги поставим, допустим. И... Ну что, байкер, непонятного телосложения, давай мы с тобой сейчас прокатимся. 3000 метров, 2 попытки. Ребят, кстати, тут у нас ежедневное задание. Неважно на каком транспорте, но нужно проехать максимально длинную дистанцию. Чем больше проезжаем, тем больше зарабатываем денег, деталей, соответственно.
Каждые 500 метров сундучок. Так, ну что? Сейчас мы посмотрим. Ой, как байкер себя будет вести в шахте. В принципе, он мне в прошлом выпуске очень понравился. Очень даже прикольный байк. На нем проходить режим приключения, в принципе, одно удовольствие, ребят. Поэтому, я думаю, 3000 метров по шахте он должен проехать на изи. Если, конечно, сами чудить, тупить не будем. Эй, приятель, а где магнит? Подождите, а я магнит поставил? У меня он вообще есть? А? Я же всегда брал с собой магнит, а на этот раз я, похоже, либо начудил, либо у нас магнита нет. Что-то я не понял, магнит должен быть, по идее. Я, похоже, просто начудил. Обидно! Обидно! Две попытки у нас, в принципе, есть. Если сейчас мы с первой попытки не сможем проехать, то магнитик обязательно ставим. Ребята, вот это место очень, очень такое неприятное. И на двухколесниках здесь ехать очень, очень опасно. И, в принципе, на моноколесо у нас, как это называется-то? Как эта штука называется? Я уж забыл, давненько на него даже не смотрел, ребят. Что-то я не помню, короче, как это называется. На языке вертится, но что-то никак не могу вспомнить. Одноколесный транспорт. Типа гироскутера, только реально одно колесо всего лишь по центру. Гироскутер как бы у нас двухколесный. А у нас еще в этой игре транспорт одноколесный вот есть. Так, сколько? 1,5 километра, в принципе, мы проехали. Остается еще столько же. Шахта, шахта, шахта. 3000 метров. А сколько у нас здесь рекорд? Рекорд здесь получается где-то 7000 метров. Рекорд получается личный по шахте. Ага, ну неплохо. Три сундука у нас пока что есть. Каждый, не забываем, ребят, каждый 500 метров у нас сундук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, топливо, топливо, топливо. Так, магнитик здесь вообще обязательно нужен. Без магнитика в режим приключения, я думаю, что делать нечего, ребят. Можно проскочить топливо. И все. И пиши пропало. Соответственно, назад мы можем вернуться только на определенную дистанцию, насколько позволяет нам игра. То есть здесь, если давать назад, назад, даешь, 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 и, соответственно, упираешься в предел там, через сколько-то метров. Поэтому, если пропустил топливо, то нужно резко тормозить и возвращаться за ней, если есть возможность. Если нет возможности, ребят, ну все, ехать только вперед. Второй к следующей заправке. Если, конечно, успеете. Опасное место. Но я его проскочил вообще удачно. Так, 2-300, ребят, остается немножко. 600. Ай! Я говорю все про топливо, а сам проскочил. Вот даю. Ребят, сейчас посмотрим, где у нас предел. Я надеюсь, дадут нам возможность. Есть, до топлива доехал. Отлично, едем дальше. Не теряем мы с вами время. Время, соответственно, у нас сжирает наше топливо. Здесь, допустим, не как в Prime Pix. В Prime Pix там, ну, похожая игра, Prime Pix, там, если мы жмем на газ, у нас топливо сжигается. Если стоим на месте, оно очень-очень медленно сжигается. А здесь, ребят, неважно, вы едете, вы летите, вы газуете, вы стоите, топливо заканчивается одновременно, одинаково. Так, 300 метров, буквально, не начудить, не начудить, карта шахты, чоппер, 3000 метров. Так, второе задание Саши Павлова я вроде выполнил, да, сельское место, 4000 метров я там проехал. Так, и, соответственно, здесь я тоже должен выполнить 3000 метров на чоппере по шахте. Так что, ребята, имейте в виду, что чоппер... топовый аппарат для прохождения режима приключений. Вот такие вот дела. Так, 3000 метров есть.
Ребяточки, ну что, дальше, наверное, не будем ехать. Давайте сейчас где-нибудь разобьемся. И, соответственно, выходим мы отсюда. Так, это задание тоже выполнено. Чоппер, карта, шахта, 3000 метров, две попытки. Ребят, ну что, давайте посмотрим. Два кристаллика, бла-бла-бла. Ничего особенного. Нужно ехать... О, на раллиной тачке по горе. Ежедневное задание, вообще топово. Ребята, это вообще топовое приключение. Я, наверное, как-нибудь займусь этим вопросом. Ребят, ну что, на этом тогда все пока. Вот такой был выпуск. Я надеюсь, вам понравился. И пишите ваши задания к следующему челленджу. Напоминаю, что вам нужно сделать. Выбрать трассу. Выбрать транспорт. Выбрать, какую дистанцию я должен проехать по этой трассе. И не более 3 попыток тоже писать в задание. Сколько попыток я должен использовать. Не более 3. Так что, ребят, на этом все. Подписывайтесь, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.